А почему никто никому не говорит? На самом деле так-то, по идее, это понятно. Чего понятно тебе? Почему она хандрит? Почему? Потому что это... Кто насрал? У меня с него ничего. Да ладно. Ты пухнула, да? Нет. Ну ладно, рассказывай. Это тот-то хитрюга. Сказки. На меня стрелки не выгнал. О! 2005 год. 15:48. Минут 19. 748 ртутного столба. 2005 год, хоть бы число говорили. А там пишут? Пишут, на. Ладно, Надь, давай это. Слышно не буду. Чуть-чуть запишу. Единственное место на планете, являющееся водоразделом сразу трех огромных рек мира. Лен, Енисей и Амур. Ручьи из водораздела текут в два океана. Ручьи из водораздела текут в два океана. Тихий и Северный Ледовик. Багульник. Подъезжая к Чите поздней весной, ты окунешься в сиренево-розовое облако, розовый лес. Тебе покажется, что мир сошел с ума, и что это такое станет понятно лишь при ближайшем рассмотрении. Это чудо называется багульник, который растет в истинной в России гостиничный развлекательный комплекс, где весь персонал от администратора до горничной, состоит из китайцев. Самое приятное, что услуги класса люкс тебе предложат за вполне умеренную цену. Отдыхаешь не только телом, но и душой. На востоке иначе нельзя. Водная труба, короче. Я стараюсь тебе ниже пояса не снимать. На! Они составляют треть населения области. Сейчас их меньше, но они все же есть. Усы и форма регалий, конечно, удали молодецкая. Вот. Есть тут кофейня колледж. Рома. Не обижай. Не обижаешь меня? Кофейня колледж. Самый изысканный в городе кофейня, куда хочется приходить в одиночестве, потягивая кофе и расслабляться. И с любимым тихо ворковать, глядя на огромный аквариум, и с компанией подруг уплетать пирожные и болтать. Так же, как героини секса в большом городе. Катя Читинская футбольная команда, единственная, которая в начале своего возникновения отыскала. Ну, в общем, это неинтересно нам. Главная площадь города. Ух ты, вот моя родина-то где. У него что-то не ладится в жизни. Может пойти к гадалке или к экстрасенсу. Может отправиться и пока... С экстрасенс? С экстрасенс, да. А может отправиться и к потомственному шаману. Благо, у нас в Читинской области, особенно в бурятских селах, их с избытком. Главное не забыть взять с собой водки, конфеты, печенье. Забадривать духов, а потом сиди и слушай всю правду про свою судьбу. Вот точно, потому что у меня вот чаёк есть зашибленный, специально для на счастье. Для на счастье? На счастье, да. Для начальства. Это что вы делаете? Это прям очень точно меня копирует. Надя, я больше жизни так сморкаться не буду. А я куда захожу, я везде все время захожу и сморкнусь. Вот она моя, дорогая, любимая женщина. Это круто. Все, не уходите, Артем Белый. Да.
так. Остайтесь с нами. Пара ваша. Бабки $200. Не, вы мне должны. А, не ешьте меня. Все. Зарплату хочу вам пожелать. Потому что заплатила я по счету своему. Все. Сейчас я дом все не снимаю пока, подожди. Ладно, закрою вот тему. Подождите, это еще не я. Нет, так нет. Это Роман Романовский в Сибири. Ну, правда, в штанах. А что у вас обуто на ноги? А, это не те кроссовки. Это только для зрячих. В смысле, только для беззрячих. В смысле, Роман Романовский замерз и ушел. Кататься на горных лыжах. Саяногорск. Да. Ой. Так лучше. Да я вообще классно выгляжу. Где моя камера? Ой, простите. Чудо. Без очков не вижу. Чудо. Надя, чудо. Ой, что я снял? В смысле, вот так. Лап-тип-дуб-дай. Все, хватит снимать. Это очень секретное агентство пришло к нам. Снимать нельзя. Все, выключу. Надь, я выключу. Что ты мне паришь? Я выключу. Ты сними себя. Нет, не буду. Ну, сними себя. Зеркало. Надина, счастливая улыбка. Рома, ну что ты развесил? Ну, вот я человек. Что ты развесил? Вот такое. Что такое? Хулиган. 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 Закрой. Закрыли. Все. Все. Артём Белый. Довольно это было. Сделал. Да? Ну-ка. Где? В Рове. Бикенбарды. А у меня нету. Меня здесь не снимают. Все, пошла я встевать между парень. Давай. Ох, сколько денег в Романовском. Не завидуйте. О! Надо было в свое время друзьям занимать деньги. Это не ты, что ли? Нет, не ты, что ли? Говори громче, я не слышу. Кто по морде раз? А я не приеду. Не приеду. Ты же две по морде дали. Не, я здесь останусь. Да, здесь останусь. Но пока не. Не. Я приеду вам там всем. Стукну. Всем стукну. По столу. И грому тоже стукну. Да, так ему и передайте. Да, так и передайте. Все, договорили, харе. 22:20. А не пора ли нам спать, дорогая моя Надежда? В общем, ничего не...
Канаде купает. Моя лягушечка. Классно, мы придумали, что сюда пошли в самое, да? Безопасно, друзья. Вот такой вот он, Роман Романовский, нимб у него над головой светит. Ярко. Правда? Угу. Там не запоминалось? Ты развернула это? Это ты раньше развернула? Видишь? Да. Красавцы. Да. А, вот эта вот лампа сама, она теплая, да?
пути. Такая картина висит. Я на крыше сплю сегодня. Вот она, я, да. Это Надя. Она залезла наверх. Зачем-то. Проверить спальное место. Как это так, наверху спать, да? Да. Ну, вот хочется человеку. Пускай балдеет. Как интересно теперь отсюда слезть? Вот вопрос. Подходи, сейчас на плечи тебе подсадится. Да ладно, мы найдем, как относится. Ну ладно, все. Вот у меня здесь. Как будет теперь спуститься? Давай тогда салатик поставим. Раннее утро. Правда, посветлело. Но спать еще охота, да. Что-то мы не выспались с рабочим. Давайте я его тоже покажу, но он тоже у меня сонный. Где же он вообще? Его не видно. Нет, он очень бодрячком выглядит, но глаза у него закрыты. Очками не видно. Вот это он открыл специально, чтобы показать, что он не спит. Но это неправда. Он мне рассказывал, в армии учили с открытыми глазами спать. Вот он какой классный у меня. Ну все, можно замуж второй раз отдавать. Вот такой он у меня красавец. Желательно за меня. Там природа, но ее не видно совсем. Деревья, деревья. Лесом, полем едем, в общем. Горы здесь очень даже плоские. А у нас люблю лежит, не смотрите. Все. Всегда в форме найдешь. Такая я пышнявая проснулась, очень даже симпатичная. Съесть, может, пирожок. Запить нечем. Ладно, доедем до Ташета, там будем поесть. Топшета. О, туман. Туман, туман. Или это так кажется? Небо просто серое. Кто-то вес открытого солнца снимаешь. Я контролировал твой рот, чтобы туда ворон не залетел. Правда, не боятся сейчас пока залетать. Да холодно, наверное, да? Или ты рядом отпугиваешься? Да нет. А чё?
посмотреть ей на ее зубы. Ну то голуби летают, не страшные. Они же не туда залетают. Нет, страшно. Меня специально, наверное, настраиваешь, чтобы я с удовольствием пошла к стоматологу, да? Ты мне так говоришь. У меня очень прекрасные зубы, смотрите все. Чуть рот приоткрой. Я не акула. Это тайшет. У нас есть 5 часов одежды. То есть уже, наверное, 4. Минус 17 градусов. Ну, очень чувствуется холод. Очень. Чувствуется холод. Идем вон туда. Видим там какие-то строения. Ледяной город. Да. Ну, как-то вот интересно здесь, я смотрю. Голод нас заставил пойти. Да, Настя? Да. Голод. Так бы в жизни не пошли. Смотри, какая горка. И танк. Ты 34-й, что ли? Отец. Во, Тайшет. Отсюда ты меня в первый раз забирал. Из Тайшета. Во время моих путешествий. А вот до этого танка мы не дошли, потому что мы с тобой, пап, в другую сторону ходили. То есть ты ходил со мной. О! Что есть, я вижу. Подожди, не уходи. Вот он, Верманович. Прикольно, да? Вообще молодцы. Ледяной город. Вот у них тут влияние там. Сегодня 29-е. Видишь, две горки, одна поменьше, другая побольше. Так на ледянку сел и поехал. Да, еще было бы очень видно. Ладно, все видно там. Да, вот Романовича видно. Классно, да. Ну классно, в общем, мне нравится. Молодцы, а если они еще снежки задумают? Давай, это варежки. Надя без варюшек даже у нас. Я бы снимала, я очень заняла. Врет спидометр, по-моему, здесь градусов 20 точно есть. Я сказала второго. А они что продали? Это я тебя съем, а не ты меня. Тогда мясо положи вот так, как будто не 30 дней. Мы сидим, короче, в баре Людмила. Камера вспотела, поэтому ничего не видно. Холодно уже, минут. В общем, у нас тут уже
попойка длится давно, и мы только созрели, решили попеть песни. Решили поснимать. И я говорю, давай снимем твою любимую песню на камеру, попробуешь смотреть. Пусть осень не кончается, и пусть земля отчается примерить платье белое, что ей зимою сделали, сплели из белых кружев снегири. Надя еле дышит. Смотрите на нее. Но дышит. Но дышит. Самое главное. Молились, белые свечки дома,
Восток, город моей любви. Давайте выпьем за мою прекрасную любовь, за мою надежду, которая вечный мой спутник и вечно со мной. Здесь я выпью и спою сейчас для нее песню, которую она очень любит. Лишь одно в примете, всю душу посвятить тебе.
мою любовь отвергла ты, не заплативши за страдания. Перед тобой мои мечты мечтами станут. Чего-то там. Наверное, ожидание. Прочти! Поэт своим пером напомнил о делах былого. Если не полюбишь снова, может быть, взгрустнешь о нем. Моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и шторм мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда под созвездием лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных краях тому сон то посад. Он влетает и с явной усмешкой письма листает. Не отправлю, потому что пропал адресат. Где же детка моя? Шагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди. И беспечно ли на баранину соус кимали, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих. И меня принимали, которые не понимали, полагая, что счастье является качеством лжи. Мужество шлялось со мной в волнистых витринах. Появлялась печальная фигура асфальтом, катились машины абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в безлюдных вагонах метро я летел через годы, и в безликих портах встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды. Все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто рядом ходил, мне тыкал красавец в лицо, я слеп. И надеюсь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю.
золотая подружка моя. И созвездие лебедь. Выпить у нас ничего не осталось, так понимаю. Так только запах один. Вот. Попьем чайку, наверное, сейчас. Может быть, еще что-нибудь потом попоем. Но уже не для камеры. Да, Надюш? Устала уже снимать. Давай я тебя сниму. Нет. Нет? То я без штанов. Мне не надо пока снимать. Всем нашим встречам разлуки вы суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернут умный костр. Вот и кончилось все расставаться. Милая моя, солнышко лесное. Сложили палатки и кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное. Пойдет за чаем. Расскажи стихотворение. Такое. И невозможное становится возможным. И что там оказывается возможно. В общем, все оказывается возможным. Артем Белый. Да ну. Лобис. Так просто. Тогда бывает. Чай уже здесь. Надюшка здесь. Сетует на то, что у нее внешность и голос не такие, как она думала всегда. Да? Ну, посмотри, нет, ты очень красивая. Я знаю. В общем, чая нет, только кофе. Дарка. Пьем кофе. Только кофе. Приходит бурята. Ну, хорошо. Бурятские друзья. Я тоже бурятка. По маме. Если что, да. Если кому еще не понравилось, если кому-то что-то. Тоже бурятка. Да. Но мы вас не боимся. Если что. Ладно, пей кофе. Горди, певица, поэтесса, Надежда Романовская.
Здравствуйте. Подъезжайте к городу Иркутске. Что у вас связано с этим замечательным городом? Это мой первый раз, я приезжаю в Иркутск на гастроли. Меня сюда пригласили выступать на Новый год, на местное телевидение. Какой-то самый лучший канал. Ой. Это наш, конечно же. Спасибо. У меня вот в последнее время такие турне по Сибири, да. Последние. Полмесяца. Последние вот, да, полгода. Так. Что там у нас? Мороз. Холодно. Но меня встретят. Вы не переживайте, дорогой корреспондент. Да хрена там лысого. 6 утра. Кто поднимется? А с какой стороны убирать? На эту сторону. Ой, что побьем сейчас, все побьем. Выключай камеру. А зачем? В общем, как-то никого и нет. У нас 24-го? Какой? 24-й, да? Ага. Что-то не пол, музыки нет никакой, транспорта. Да, действительно. А у нас два человека всего ехало в вагоне, да, до Иркутска? Ну ладно. Посмотрим. Кто встречает артистов в этом городе? Я вон Газманова один раз вез с группой. Там еще смешнее было. Ага. Тоже никто не встретил? А? Тоже никто не встретил? Нет. Там на него никто внимания не обращал. На Газмана. Вот. А они сами делали вид, значит, что это. Ага. Рекламу себе создавали. Микроавтобус к самому вагону. Вот так вот, прям вплотную. Скромный этот. Я говорю, меня лучше пускай снайпер стоит, чем кинокамера. Слушай, ну я это... Это он, наверное, специально это все делает. А вот, наверное. Он, наверное, хочет что-то мне этим сказать. Продюсер пьяный, мотив. Может, нам обратно тогда? Пришел лучше. Ко мне, говорит, давай, говорит, выпьем с тобой. Ага. Я говорю, мне что, больше делать, говорю, нечего? Я с тобой водку не поближе встану, чтобы это слышно было. Ага. Ну, да давай, говорит, хоть кофе попьем. Я говорю, кофе давай попьем. Продюсер с ним ехал? Их группа, эскадрон ехал. Кто-то идет быстрым шагом. Самое интересное было, что женщина пришла, взяла у проводника ведро, и он даже с купе не выходил, в ведро ходил. А за ним выносили. Судьбе не расщепнем. Мерси Баку. Куда же? Это был ФСБ, это было. Проверил. По-моему, никому вы не нужны в себе. Ну все, Игорь, я тебе этого не прощу. Я сколько раз всем говорил, артистам, у нас, говорю, нет в Сибири вот такой, как на Западе. Поклонство вот этого. Хоть пускай Путин приедет, хоть кто, у нас тут начекать. А не говори, крутой, бля. Только по улыбке узнаю. Насколько этой пленочки хватает? Привет! Здорово, шпионы. Смотри, как я его обниму. Шпионы. Что-то ничего не видно. Повторите. Это мой друг шпион. Повторите, обниматься. Сказал 11 не сняла. Ничего не видно было. Давай, это дубль 2. Ты, достань телефон свой. А что не доставай, там папа. Ты я чё? Ничего не понял, 3 бакса было. 2 звонка, подарочный сын. Денег нет. Денег на МТС не возьмешь. А где Гром? Гром все. Я тебя вчера пытался не смс прислать. Денег нет. Не позвонишь, ничего. А межгорода нет. А что он все? Короче, он сказал, там, блядь, сверху.
поехали. Там такую эту полосочку сделать. Черную полосочку, блядь. Это оборотень. Полосочку. Не надо, честно, я назову. Это оборотень. Я зарабатываю уже. Так, потом в цифровом виде нам отошлете на сайт. На наш. Где покойник? Подожди, подожди. Собака. Пользуйся случаем. Огненная собака. Пользуйся случаем, хочу передать привет. Бабушке, дедушке. Смотрите на красные точки. Леониду Якубовичу не забудь. Туда. Рома, не забудь Леониду Якубовичу. Точка красная. Лысеевич. Рома поедет в Москву, он передаст обязательно. А, Леониду Якубовичу. И пользуюсь случаем, Леониду Якубовичу еще хочу передать привет. Рома поедет, передаст. Ладно, все тогда. Че, три кружки. Ну, что сделаешь, конечно, теперь. Не, ну сок-то нам тоже так-то нужен будет. Да? Надь, где ты был зачастую? А, меня вот снимать не стоит, я не фотогеничен. Да ладно? Кроме. Да. Я не фотогеничен, на себя смотреть потом я не могу со стороны. А сейчас расскажу, где он познакомился с девушкой, и покажите еще жене эту кассету. О, жена есть. Блин, так еще и дети. У него две дочки, по 12 лет. Молодец. Это он просто выглядит молодо. То есть мы в банду к себе не берем. Не берем, нет, никак я не держусь. Уже нет, старый. Тут я не обижаюсь просто. То есть у меня потолок. Мы его-то не взяли. Но. Из-за того, что он тоже женат и много детей. Ну да, он-то, конечно, женат. Какой раз только, не знаю. Не, ну я просто официально не оформляюсь и все. Сейчас, еще, а мы... сейчас еще один мент придет. А мы больше не это, местного разлива. Кружки не найдем, да? Нет, чтобы сок, я имею в виду. А вот сок. Ты, кстати, это время-то 3 минуты-то идут, беги, вагон пришивай. Ну? Я-то пришил, пожалуйста. На локти. Только надел мою погоду, это рвало. Идут, это говорит, идут. Я понимаю, и так мало приезжает. Ну ладно, Рома, со знакомством. Ну, нет, еще тысячи. С наступающим Новым годом вас всех, дамы и господа. Может, все-таки не поедешь? Не надо ехать. Ты не будешь на кино? Будешь, давай тебе. Нет, нет. Нет, нет. А может, все-таки да? Не хочешь человек. Да поставьте эту камеру вон туда, и она будет снимать все. Нет, все да, время. А там оставь еще, Стас еще придет. Оставь. Да, завязывай. Еще кто-то. Лесу кирдык тоже скажу. Лесу вообще кирдык, да. Вообще кирдык, да? Да, а все. А мы тут лесом собрались заниматься. Лет на 5 уже. Вы сейчас приезжайте к нам заниматься Властелином алмазами уже начинайте. И железорудными. Говорят, золото тоже там. Ну золото может быть и есть, но пока про это промышленным способом. А это я. Никто не говорит. Раньше за такие сообщения убивали. Золото есть у нас до часа, уже говорят. Голова, как алмазы. Нет, да, оно по Ангаре было всегда золото. Было, было. Есть. И урановые руды у нас есть. Есть, ребята. Приезжайте. О, этих... приезжайте к нам на урановые руды. А лентово вообще. О, лентово, да. Потому что атака, народ мрет. Ну, я имею в виду, что ребята собираются выступить? Ну, конечно. Вот. Мы-то поедем, конечно. А вы что, уже все? Все, мы поехали. Ты поздно, не ехал. Так ты знаешь, сколько еще ехать? Тысячу километров. Прощайте на 100 километров. Да, мы же сейчас 100 километров приедем. Вася, на 100 километров. Давай, хочешь, сыграй. Рома. Держи краба. Это Мария, я, Мария. Это я, Рома. Это я, Рома. Ну-ка еще раз покажи-ка его. Ну я смотрю, тут картинка нифига цветная, блядь. Я уже телевизора не видел, знаешь, сколько? Сегодня только утром смотрел его, лежал, блин. Аж заплевался сам. Нам дали пульт на телевизора. Собственно, а мы его и не смотрели, мы вчера новости посмотрели. Ну, 5 евро, кто-то поедет. Вчера с Игорем тут далеко зашли. Вчера? А что вы билет не берете? Мы зайцы. Заяц, мы тебя здесь помним. Заяц. Зайцы. О, смотри, сколько народ накопил. Здание такое ничего. А сколько стоит билет? Сколько билет стоит? Я тут туда написано. Ого! 5 рублей. На туре. Путешествие. Экстрим. Экстрим для мажоров. Наоборот, тебя снимай, как в Иркутске. Это, в общем, труд. Мир труд май. Вот
Это же студенческая девка, ё-моё, я вспомнил. Да, в натуре. А мы её знаем, да, вдвоём? Да, конечно. А чё она так постарела? Догони её. Догони, догони. Догони, перегонёмся там, первым числом всё равно. Догони. Догони девчонку, Стас, догони нашу. Я женат. Жены рядом нет. Я что скрываю? Я мне что скрываться? Когда я покурил, встал. Пошли. Что искать там? Ну, вот туда закидывай. Лёха. Ну что, я слышу, я всё вижу. Я всё слышу. Не курю. Не вижу, слышу. Ну давай. В темноте, в темноте, мамы. А там не видно, на ночь такие вещи. Нормально. Ты глаз? У нас сходит. Иди наверх. Это не сходит. Вот а это, есть? Вот есть. Это сходит. Давай, наливай. Есть. Наливай. Ну, может, ой, 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 не разрешил. Ну ты молодец. Давай, наливай. Наливай. Сейчас подожди, ты будешь, да? Да. Не, я согласен. Пустой, Артём. Что, не кончилось? Самый Артём. Горит, горит, но это. Конечно, Ролф, что найдёт. Забываешь. Самый сильный. Для нас, Рома.